И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы на полосковом озерце. Приехали половить плотвичку. Я приехал. Если повезет, половим и ленька. Хотелось бы. Оставайтесь с нами. Здесь будет интересно. Поехали. Так. Ага. Ну что, хорошенькая плотвичка. Почему мыши юрить? Красотутка. Почему? Здравствуйте, спасибо. Поехали дальше. Поехали. Такая уж мелочевка. Нормальненькая плотвичка. Да. Красивенькая. Нормальненькая плотвичка. Серебришка красноперая. Красотень. Эх ты, убежала. Ну это малявочка. Ух ты. Ух ты. Ха. Красотка. Красотка. А? Радость моя. Здравствуй, спасибо. Вот она. Красотуля. Вот она. Вот она. Проснулась рыбка. Проснулась рыбка. Поклевывает. Да, перерывчик хорошенький. Сейчас где-то перерывчик был. Ну, чего? Где гуляем? Ха-ха-ха, стрекоза. Ветерок поднялся, что-то клёв стих маленько. Да.
Буксует, как будто там залом балтийский действительно. Ну буксует-то. Нервы трепят. Ну что-то мелковатое. Что-то мелковатое. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ха-ха-ха. Кукурузин сработал. Во. Разжевало, как ее. На кукурузку. Тоже на курзу. Кукурузка работает вместе с перловочкой. То есть поврось, но работает и перловка, и курза. Во. Резвенькая. Красотка. Ух ты. Опять кукурузка выстрелила. Ух ты. Да. Редкую кукурузку, но метка. Покрупнее гораздо. Гораздо покрупнее. Тут длиннющая какая-то. Как головель. Головель. Вот так. Перловка затихла. Начала работу кукуруза. И мелочь ушла. Ну мелочь, конечно, в рот она не влезет. Ну кукурузку приятненько ловить. Да. Ух ты. Сошла. Опа! Опа! Ух! На точку встала. Вот такая насадочка. Ха-ха-ха, на глиссер вывел. Ну, какая хороша Маша. Хороша Маша. Ох, красоточка. Не дрожи. Периодически подкидываем комочек прикормочки. Дабы и не упустить ее. Ну, кукуруза затихла, последовала перловочку, опять мелочь начала клевать. Ну вот, опять кукурузка заработала. Ха-ха-ха. Передышку взяли. О-хо-хо-хо. Красава. Радуют они меня сегодня. Не то, что в трас мелочь. А? Ну что, кукурузу сделать, все делать. Ой, уводит куда? В бочину прям. Течения нет, она вон куда. Тащит и все. И ладу нету с ней. А?
Махина. Махина. Резал ты как вой, в сторону прям, как карась. А что? Кормим и ловим. Кормим и ловим. Кто кормит, тот ловит. О, бачки. Кукурузная душа. А, очередная попрыгунья. Да-да-да, буза. Приятная буза моя. Какие вы красивые. На реке это блеклые какие-то. А здесь яркие какие. Ух, красавицы. Да. Гавардевалку. Едем в гавардевалку. Шалопанька. Под конец. Ну да. Иди домой. Закончилась наша рыбалочка плотвенная. Ну, плотва сегодня клевала послабее. Ну а что? Не знаю почему, но местечко сегодня разлавливал, не обсиженное никем. Может поэтому. Ну, перестала на перловку, перешла на кукурузу крупненькая. Пойдем посмотрим наш ловчик. Скромненький. Где вы там? Вон они. Гаврик. Ну? Хорошенькие плотвички. Да. И на том спасибо. Не все, коту масленица. Ладно, нормально. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на канал в YouTube, ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылки на группу будут под видео. До свидания.